Если хочешь, чтобы получалось, так встань и начни хоть что-то делать. Мало просто мечтать лежа на мягком диване. Надо действовать. Вот что ты сделал сегодня, чтобы завтра быть ближе к цели, о которой ты так мечтаешь, а? А вчера? Если уже взялся за это дело, так побеждай. Что тебя сейчас останавливает? Боишься ошибиться? Так именно ошибки делают тебя сильнее. С каждым разом ты начинаешь видеть все по-другому. Что-то не получилось? Попробуй еще. Попробуй все возможные варианты, и ты найдешь свой. Кто-то сказал, что ты чего-то не можешь. Главное, не сдавайся. И пробуй, пока не получится. Договорились?